этом здании? Расскажи, пожалуйста. Здание 39-го года постройки, с деревянными перекрытиями. В нем находился межшкольный учебный комбинат, основная функция которого была профориентационная работа. Тут были мастерские, тут что чем занимались ребята здесь? Профориентация занимался комбинат. Здесь были компьютерные классы, здесь были технологические помещения. Ну, это учреждение дополнительного образования. И сколько примерно в день обучалось здесь школьников? Ну, наверное, в день обучалось здесь сменный состав, где-нибудь 100-150-200 человек. Почему сегодня оказалось так мало, всего 15 ребят? Я думаю, что это благо, поскольку многие дети находятся на мероприятиях, связанных с праздником Победы, и поэтому вот... Так бы могло что-то произойти. Ну, не будем говорить о том, как бы и что мы делаем. Как вы думаете, большие убытки? После завершения А все эвакуированные дети сейчас где находятся? Дома. Дома, да, распустили. Все, спасибо большое. Автомат на входе. Нет, у нас вот и проходит. Ну тут вот мы не неподалеку. Тут у вас уроки проходят в одной школе, а здесь вот здесь уже только старший класс. Там шестой. А здесь у вас отдельный кипятки. Да, тут информация. А, ну что я спрашиваю. Еще это... Где твой друг? Не нашли. Не нашла, еще звоню. А есть тут школы знакомые? Которые вообще делают? Есть. А как, где пути? Да. Они у нас в школе. А это в школе. У вас в школе. А что, они 25? А они туда пошли. Слушай, давай найдем.